Блять. Но перед началом видеоролика я хочу начать розыгрыш Far Cry 5. Да, если что, вы собрали на том видеоролике 3000 лайков, и знаете, для вас это было очень легко. В общем, чтобы участвовать в розыгрыше на данную игру, ставь лайк на этот видос, пиши «хочу Far Cry 5» и в группе ВКонтакте под постом с этим видео присылай скрин о проделанной работе. Подробности розыгрыша будут в закрепленном комментарии под видео. Также, если это видео соберет тоже 3000 лайков, то в одном из следующих видео я также разыграю какую-нибудь клевую игру для Xbox One. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и приятного просмотра. Идите на улицу, поиграйте. Ладно, пойдем. Здорово. Если что, с вами, как всегда, Джамбо Макс, и сегодня у нас Снупи, и сегодня мы поиграем в Cuphead. Чё? Сейчас. Сегодня мы решили, короче, записать мини-летсплей на свежем воздухе. Как вы видите, мы в Дубаях, это не рофл, это ну, не зеленый экран, не зеленый фон, это реально Дубай. Вот, и мы сегодня поиграем в Cuphead. Почему мы поиграем в Cuphead? Потому что боль. Потому что мы хотим, да, немножко попотеть, несмотря на то, что сейчас, наверное, градусов около 35, мы будем играть в Cuphead. Что, ты готов, Диман? Да. Погнали. Поехали. Давай тогда запустим ее. Сладкая жизнь. Давай, обычная. Давай. Может, на низко попробовать сначала? Давай обычную! Есть что, охладим свой пукан. Бассейн как бы есть. В натуре. Да. Да, 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 вот, вот на этой миссии мы в тот раз сгорели. Ладно, Диман, давай, мы их а у нас же и простые пушки, надо бы... Да, надо бы немножко прокачаться и взять этот. Я не помню, как здесь в магазин заходить. Нет, можем посмотреть, сколько раз тоже... сдохли. Сколько раз? Сейчас. 1000? Ровно? Серьезно? Неплохо. Блин, ну в прошлом году мы просто сгорели на этой миссии. Мы, наверное, потратили на нее. А вот, мы ее вот прошли. Она, помню, нет? Флажок же есть. Может, все-таки птица? Она прикольная. Я не знаю, птица или нет, но, короче, мы попробуем сгореть на этой миссии. А, кстати, ребят, ставьте лайк, если вы вдруг тоже хотели бы поиграть на свежем воздухе. Нам сегодня удалось выбраться на свежий воздух. Вообще, мы в прошлом году-то хотели заснять, но что-то у нас не фартануло, не получилось. Просто лень было. Ну, пацаны к успеху шли. Турист, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Погнали. Тут, короче, последовательность. Последовательность боссов. А я вот и не помню ее. Как раз. Какие? На Y вроде меняется, да? Нет, не на Y, братан. Ой, я вот этого помню. Мне да, лучше он тебя бесил. Ой-ой-ой, тут еще и эти. На ЛБ, братан. Он у него последовательность тоже, да. Типа он как-то. Восьмерка, он восьмерка фигарит. Ой, меня он бесит, не могу. Нормально, сейчас привыкнем. Сейчас привыкнем, сейчас привыкнем. Да, давай. Привыкнем, привыкнем. По 4 часа. Просто to be contained, да? Сейчас мы сделаем. Как я злился, помню. Что-то он не дохнет. А вот все. А как... Вот. Вот. Сейчас. Мы сделаем что-то. Вот это тоже такой... Давай я отвлекаю. Ну да, его отвлекать надо. Там еще снизу. И мелочи. Нормас, нормас. Сейчас, а прикинь, пройдем. Ай-яй-яй-яй, походу. Изи. Не, я думаю, мы только до третьей стадии доберемся. Тут сколько? О, я слил. Ладно, первый блин комом. Ну, что-то не помогло. Ой-ой-ой-ой-ой. Я минус. Я тоже. Вот тут ты как-то говорил, типа, он двигается. Ну вот, перепрыгиваешь и обратно в сторону, вот в эту сторону. Вот, смотри, идем сюда. Потом еще раз. Видишь? Нормально. Тут главное... Главное в мелких. Ой. Он восьмеркой ходит, просто к этому не привык. Как вовремя? Да, Илюх. Алло, играете, Макс? Да, мы в Cuphead играем. На улице? Да. Ой, вот это, кстати, норм. Cuphead, ладно, давай тогда. Давай. Приходи к нам.
Вот это, кстати, простенький. Помню, у него вероятность тоже была. Типа, если он выпадал вторым или третьим, мы, типа, 100% побеждали. Все, нормально, нормально, нормально. Пока они нормально. Же рандомом выпадают. Пока нормально, братан. Все, изи, изи, изи! Фу! Все, собрались, собрались, это наш шанс. Подожди. Все, этого вообще очкуна. Ай-яй-яй, почему он не убивается-то? Блин. Мелкий, как эти сволота пробегают. Сзади! Фу, блин, я муха. Ай, нет. Давай сделаем. Я дебил. Блин, и я тоже дебил. Не, ну смотри, ну мы только доходим на максимум до... Да погоди, мы вот сейчас нам повезет, ну что ты это? У меня еще две жизни. Две жизни, ты прикинь? Вот тут сейчас будет мясо. Полное? Просто... Все? 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 А это можно, это, парировать. Я знаю, но... Карамельку. Карамельку, тут вот это хреновина. Их потом две будет. Поэтому... Нет! ТПшки самые кайфовые. Блин. Я не знаю, сколько я так фигарить буду. Блин. Да! Чуть-чуть! Кстати, самый прикол играть почти на улице чуть-чуть. В том, что ты можешь жрать и всем будет пофигу. Ну а там у него был этот пробел. Да... У меня сдох. Фигово! Да! Хорошерно. Просто где? Лучший момент матча. Кища. Сзади, сзади, сзади. Это они со второго начинают, да? Да. Вот эти бесючие, конечно, гады. Нереал бесит. Да что ты... Почему он выбегает в аккурат, когда я туда становлюсь? Сколько она раз так делает? Раз, два, три, четыре, пять... Блин, да шесть, да как так, нечестно было. Блин! Дебила кусок! Ну, смотри, ты почти ее. Нам вдвоем нужно остаться и две ульты зарубить. Да, потом я уже могу. Если мы это. Давай заново пофиг. Все, главное успокоиться. Главное успокоиться. А я спокоен, я просто не понимаю, типа, что тыкать. Налево. Отлично. Отлично. Блять, я дебил. Дебила кусок. Мухи, господи. Ну вы это хоть не мешаете. Блять, вот я вдвойне дебил. Тикс. Или тогда знаешь, как будем передавать геймпад? Ой, хорош, нифига ты прям как Нео из Матрицы такой. Или будем друг другу геймпады передавать, типа. Ты что, гонишь вы? Вот это отличный. Вообще давно. Что так часто пропадаешь? Нет, нахер он бы лучше бы не приходил. Сзади сейчас будет. Где? Сзади! Тихо! Брат за брата! Мочи ее, Диман! Диман, мочи! Все, успокойся! Все, спокойно, 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 спокойно! Сука! Намаз! Да лучше таким он. Давай, 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 давай. Да ладно! Хорош! Да нет! 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 А, блин, я тормознул, я думал, у тебя жизнь еще. Дофигища. Синий давай. Просто максимальный скилл. Ультуй, ультуй, блядь. У меня есть? Да не в ту сторону! Тупица. Ультуй. Нет у меня ульты, нет. Блять. Сука, там поди сейчас рядом, да? Ну мне спокойнее. Я отвечаю, мне спокойнее стало. Смотри вверх, главное. Самое бесючее, когда у тебя что-то чешется при этом. Отлично. Отлично, у нас 4-3, 4-3, отлично. Пока очень отлично. Главное, не эта сука желтая. Блин. Да ты что, урод что ли, блин? Ты что, урод что ли? Диман вообще просто не везет с этой штукой. Я его ненавижу просто. Самый, наверное, для меня бесючий урод.
Я его не понимаю, его действия, типа. Чел, отлично, у тебя ультай. Главное, не прошиби. Запрыгивай, запрыгивай. А, все. Да, давай, пошел. Отлично, отлично. Нормас, нормас, Бен. Еще у нас. Можно, знаешь, еще можно парировать бесконечно. Ну да. Блять. Я злился. Нормас, нормас. Вообще не могу! Диван, спасай! Не могу. Блять, блять, блять. Чё? Просто! Куча флип-флопов! Дамит! Вот этот бесючий, надо было крензель того брать, который прыгает, урод. Блять! Мошки! Чел, ну Басик, я тебе говорю, когда играешь в Cuphead, то он так охлаждает, это вообще, типа, ща, еще чуть-чуть прям. Отлично! Я же говорил, все. 3-3, отлично. Ой. Вот мелкий долго убивается. Ой, все, ну, нормас, нормас. Ну, более-менее еще. Главное, мелких. Ай-яй-яй. Все, все, уходим и... Сука, как же вы так выбегаете-то, уродцы? Все, нормас. А я сдох. Нет, ты не сдох. Ой, меня тут... Че, ульта. У тебя тоже? Да. Сейчас давай. Умрел вообще. Дважды. Ну, мы эту сучку должны с ним поиметь. Или она нас? Нет, мы. Она и так дофига нас поимела. Тысячу раз, блядь. Кстати, да, мы же сверились, ты еще раз сдохли. Да. Мы можем сейчас, короче, посмотреть, сколько мы раз здесь... Ай-яй-яй. Нормас. А я думал, это ты. Нет, это не я. У меня еще две жизни. Мы должны ее поиметь, братан. Нет! Брат за брата! До конца! Вот сейчас проблема. Братан, ну мы ее имеем уже полчаса, блин. Да! Да! Мы просто ее поимели! Мы прошли! А, у меня вон кепка. Короче, с горе пополам мы прошли ту самую миссию. За сколько мы прошли? Мы прошли ее где-то, наверное, за практически за час. Давай посмотрим, сколько мы сдохли раз. Go, let's go. Мне прям вот это интересно. Ну слушай, мы сегодня не так много умерли, как тем летом. То есть мы уже реально на скеле. Знаешь, в натуре охлаждать. 52 раз всего, да это херня. Короче, такой вот летсплей. Пацаны, отвечаю, играть на свежем воздухе еще и с Басиком, это просто, когда у вас жопа просто полыхает, просто горит, прыгаешь в Басике такой, согласись, выходишь и ты такой, что произошло? Да, вот вообще. Короче, если вам вдруг понравился летсплей, то обязательно с вас лайк, подписка на канал, подписку на Снупи, поскольку он сегодня тоже нам помогал проходить эту миссию. Пишите свое мнение об этом контенте и большое спасибо за просмотр. Гуще можешь прыгнуть? Да чуть не знаю. А я прыгну.